Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Банки одобрили половину заявок на беспроцентные кредиты от кировского бизнеса. По данным кредитных организаций, поступило 240 заявок от малого и среднего бизнеса на 450 миллионов рублей. Одобрили 100 заявок на 230 миллионов. О кредитных каникулах попросили 500 бизнесменов и предоставили их 2/3 заявителей. Примерно 1 000 000 000 рублей они смогут выплатить с отсрочкой. На выплаты по МРОТ на сотрудника поступило 3300 заявок. Деньги должны начать поступать с 18 мая. Программа «Экономика». На доплаты медикам за работу с коронавирусом Москва дала почти 400 миллионов. Это средства на апрель и май, предусмотренные 2 постановлениями правительства России. Самые крупные доплаты предусмотрены врачам, которые работают в инфекционных госпиталях. Им положено по одному постановлению по 80 тысяч, а по другому еще по 80% от среднего дохода за 9 месяцев прошлого года, то есть примерно по 20 тысяч рублей. Самые небольшие доплаты по 5 тысяч полагаются младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, 5000 рублей. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Основа любого бизнеса – это люди. Банк «Хлынов» понимает, как важно именно сейчас сохранить команду, которая работает над общим делом. Благодаря своей команде банк пережил кризисы 90-х и 2000-х. А сегодня «Хлынов» помогает сохранить коллективы предприятий, салонов красоты, частных учебных заведений, торговых центров, ресторанов, ремонтных мастерских. Всех, кто соблюдал и соблюдает карантин. Банк дает возможность компаниям обеспечивать сотрудников на прежних условиях и предлагает кредиты на выплату полного размера окладов без дополнительных комиссий. Подробная информация по телефону 8 800 252 37. АУКБ «Хлынов», лицензия ЦБРФ номер 254. Экономика. А в завершение о валютах. Доллар сегодня 73,93. Евро стоит 79 рублей 90 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.